Всем привет! Сегодня в ролике я вам покажу крутой скрипт для Dunkin' Race. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете с него выходить. Далее, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Star. А далее, в поиске пишем название режима, Dunkin' Race, нажимаем поиск. А на данный момент пока что есть только один скрипт, а в дальнейшем, возможно, их будет больше, потому что режим новый, и смог найти на этот режим только один скрипт. А значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. А потом заходим в Roblox. Запускаем чит. В чит вставляем скрипт. А далее заходим в настройки. И выбираем DLL. А сразу скажу то, что этот скрипт работает на DLL от VRDevs. А VRDevs, он используется без ключ-системы. Остальные два оставшиеся DLL, то есть Electron и Kernel, они используются с ключ-системой. Вот, то есть кому лень получать ключ, можете использовать VRDevs, и у вас не будет просить никакого ключа. А хорошо то, что этот скрипт работает на VRDevs, так что на этом DLL я вам сейчас покажу. А дальше возвращаемся обратно. А нажимаем кнопочку Inject. И ждем, пока заинжектимся. Все, отлично. Инжект прошел. А далее, все, что нам остается сделать, это нажать кнопочку Xcode. Нажимаем. И вот появляется наш скрипт. Все очень просто. Так. И давайте начнем тестировать. Значит, первая функция это AutoDunk. Включаем ее и проверяем. Да, как видите, она работает. Отлично. Мне дали 260 корон. А, и как видите, это идет все на повторе. То есть вы получаете короны, проходит буквально несколько секунд. Далее вас опять ТП хит. И вы опять зарабатываете эти короны. То есть это все делается автоматически. Отлично. А, так, можно это в принципе выключить. Далее, Collect Boost. То есть это вот эти вот, которые валяются. Кроссовки. Их можно автоматически все собрать. Включаем эту функцию и смотрим. Как видите, эта функция тоже работает. Она стпхает на вот эти кроссовки, и мы их собираем. Так, выключаем. Кнопка QBest, ну, такая себе кнопка, но можем проверить. Просто ради интереса, работает она или нет. А значит, снимаем всех наших питомцев. И включаем. Да, отлично, эта кнопка тоже работает. Только почему-то в GUI питомцы не показались, то, что они одеты, но они одеты. Как видите. Возможно, баги в игре из-за этого не показывает. Также эта кнопка есть в самом Роблоксе. И она, кстати, тоже что-то не работает. Странно. Ну, хотя бы это у меня остались одетыми. А сейчас они вообще не одеваются. Короче, ладно, не суть. А дальше у нас остается функция AutoHatch. В принципе, самая стандартная функция, вы можете либо сами открывать яйцо, либо через GUI. Ну, то есть через скрипт. Давайте это проверим. Значит, яйцо стоит 5000. Мне на него хватает. Выбираем, где написано 5k wins, и включаем. Да, как видите, у меня 5000 потратилось, и открылось яйцо. Так, и что мне выпал? Какой питомец? Че, никакого, что ли, не выпало? Не понял. Так, давайте быстренько еще заработаем сейчас эти победы, ну то есть короны, чтобы еще одно яйцо открыть. И давайте сейчас тогда попробуем сами открыть. Ну, по идее, должно все работать. Так, ладно, давайте для проверки просто откроем яйцо, которое подешевле за 50 побед. Включаем функцию и смотрим. Как видите, у меня победы тратятся, но
Почему-то питомцы не хотят выпадать. Очень странно. Давайте тогда попробуем сами открыть сейчас это яйцо. Нажимаем R. Так, анимация проигрывается. Выпал питомец. Смотрим, появится он у меня или нет. Не появился. Но, кстати, появился другой питомец. Который падает с этого, по-моему, яйца. Потому что у меня на 30 тысяч сил, у меня питомца раньше не было. Что-то вообще не понимаю. У меня мои прошлые питомцы на 12 тысяч силы тоже куда-то пропали. Что-то очень странно. Давайте тогда откроем еще это яйцо. Ну, почему-то не выпадает. Не понимаю, в чем прикол. Так, ну-ка. Смотрим. Короче, они как-то выпадают, но очень странно. То есть, все на ваше усмотрение. Либо вы можете сами яйцо открывать, либо же через скрипт это делать. То есть, как вам угодно. Как вам легче, так и делайте. Ну ладно, буду на этом заканчивать. Вот такой крутой скрипт сегодня я для вас нашел. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. С вами был Эйзбан. Всем удачи и пока.